елбасының тапсырмасы бойынша Самұрық-Қазына қоры халықтық IPO бағдарламасын іске асыруда. 2015 жылға дейін жалғасатын бұл жоба арқылы қазақстандықтар ірі ұлттық компаниялардың акцияларын елене алады. Демек, IPO бағдарламасы халқымыздың әл-ауқатын арттырумен бірге құнды қағаздар нарығын дамыта түспек. 2015-2022 жылдары қор барлық компанияларды акциялар нарығына, соның ішінде халықаралық нарыққа шығаруды көздейді. Басты мақсат қосымша капиталды тарту және компаниялардың тиімділігін көтеру. Уважаемые коллеги, по поручению главы государства, данному в феврале 2011 года правительством и фондом Самұрық-Қазына в сотрудничестве с международными консультантами была разработана программа «Народное IPO». Поскольку в стране впервые проводится столь масштабная кампания, мы обратились к мировой практике и привлекли команду лучших иностранных консультантов, имеющих соответствующую репутацию и опыт вывода компании на крупнейшие фондовые биржи мира. В ходе работы по отбору компаний были проанализированы финансовые показатели и техническая готовность к проведению IPO более 400 компаний, входящих в фонд. При отборе к компаниям предъявлялись высокие требования в области корпоративного управления, прозрачности деятельности, состояния активов, перспектив роста. Стоит отметить, что при этом фонд руководствовался более высокими требованиями, чем приняты на казахстанской фондовой бирже. В целях минимизации рисков наших граждан фонд придерживался международных стандартов, применяемых на лондонской фондовой бирже. В итоге были отобраны 10 компаний инфраструктурного, транспортного и электроэнергетического секторов экономики. Это наиболее финансово устойчивые компании, деятельность которых, к тому же, не имеет высокой зависимости от конъюнктуры мировых сырьевых рынков. Первый эшелон компании – это «Казтрансойл Кигок», затем идет «Казтрансгаз», «Казмортрансфлот» и «Самұрық-Энерго». Каждая компания будет определять количество акций, исходя из потребностей финансирования своих программ развития. Программа предусматривает размещение акций пакетами не более 15% акций. Средства же от размещения будут в дальнейшем использованы на реализацию крупных инвестиционных проектов. С другой стороны, компания, становясь публичной, должна будет обеспечить высокий уровень корпоративного управления и прозрачности, что предполагает принятие решений руководством и советом директоров компании в интересах всех ее акционеров, в том числе миноритарных. По итогам проведенных исследований было решено, что акционерное общество «Казтрансойл» будет первой компанией, чьи акции будут размещены по программе «Народное IPO». Более года компания совместно с командой консультантов вела подготовку к этому размещению акций в соответствии с лучшей мировой практикой. Цена размещения акций. Вчера, 29 октября, в целях реализации программы «Народное IPO» на заседании Совета директоров фонда утверждены цена, количество и структура размещения объявленных простых акций акционерного общества «Казтрансойл». Так, цена одной простой акции компании составит 725 тенге. Эта цена была сформирована с учетом рекомендации международной компании UBS и консультанта нашего акционерного общества «Казкоммерс Секьюритис», которые полностью оценили стоимость компании. В соответствии с финальным заключением, 100% акционерного капитала «Казтрансойла» после применения 18% дисконта составляет 250 миллиардов тенге. С учетом предлагаемых количества и цены размещения акций, максимальный объем размещения может составить около 28 миллиардов тенге или 186 миллионов долларов. Согласно проведенному предварительному анализу спроса со стороны накопительных пенсионных фондов, при цене размещения в диапазоне 700-750 тенге за акцию, суммарный индикативный спрос НПФ составляет 19 миллиардов тенге или 127 миллионов долларов, то есть 2/3 от максимального объема размещения акций. Количество размещаемых акций, 10% минус одна акция, составит 38 463 559 простых акций. Структура размещения акций «Казтрансойла» среди различных групп инвесторов при их первичном размещении определяет порядок распределения акций среди потенциальных инвесторов.
В данном документе предполагается в первоочередном порядке удовлетворить заявки маркетмейкера с целью обеспечения поддержания котировок на покупку и продажу по акциям «Кастрансойла». Среди инвесторов приоритет отдается розничным инвесторам, гражданам Республики Казахстан, после чего будут удовлетворяться заявки пенсионных фондов. При этом количество акций, доступных для покупки розничными инвесторами в рамках первичного размещения, будет ограничено. Заявки розничных инвесторов будут удовлетворяться полностью в пределах до 7 миллионов тенге. Кроме того, структура предусматривает механизм пропорционального удовлетворения заявок в случае, если спрос превышает предложение. Мы провели довольно большую кампанию по информационно-разъяснительной работе, и по результатам опросов сегодня 34,4% взрослого населения страны информированы о программе «Народное пиво». 7,3% участников опроса заявили о своем намерении купить акции. Здесь хотелось бы отметить, что некоторая часть этих людей будет присматриваться к тому, как пойдет первая компания, чтобы потом участвовать в размещении акций других компаний. Интерес казахстанцев к программе подтверждается также количеством открытых новых субсчетов физическими лицами. Так, по данным Центрального депозитария, по состоянию на сентябрь количество субсчетов возросло в два раза, достигнув буквально за предыдущие два месяца 20 тысяч. Это при том, что за предыдущие 20 лет работы фондового рынка всего было открыто 10 тысяч субсчетов. В рамках первой волны информационно-разъяснительной программы было обеспечено 2810 выходов роликов на государственных и негосударственных телеканалах. В кинотеатрах были показаны ролики 755 раз. В эфире радиостанции ролики вышли 3201 раз. Проведено 32 семинара в областях. В течение мая-июня в регионах проведено 162 открытых лекции и 512 презентаций в трудовых коллективах с участием 33 тысяч человек. В местах массового скопления населения с июня действуют 50 мобильных промо-пунктов, оборудованных брендированными стойками, роллами и полиграфической продукцией. Параллельно в акционерном обществе «Казпочта» была проведена работа по улучшению инфраструктуры, модернизации программного обеспечения. Сегодня оборудовано и готово для предоставления трансфер-агентских услуг 3040 отделений по всей стране. Кроме того, 3000 сотрудников «Казпочты» были специально обучены для проведения на местах информационно-разъяснительной работы. Сроки проведения IPO. С учетом периода действия результатов проверки финансовой отчетности «Кастрансойла» предлагается открытие книги заявок провести 6 ноября 2012 года. Закрытие книги заявок до 5 декабря 2012 года. Проведение расчетов до 14 декабря 2012 года. Для этого необходимо в кратчайшие сроки издание 3 постановлений правительства. Они известны и вносятся сегодня на заседание правительства. И начало активной работы самой компании, так называемый родшоу на местах. Для доведения до граждан информации о данных мероприятиях прошу в период сбора заявок на акции «Кастрансойла» активно подключиться к центральным и местным исполнительным органам, в частности, акимам областей, а также городов Астаны и Алматы. Просим оказать содействие в проведении родшоу акционерному обществу «Кастрансойл» и Самрук-Казне в регионах, а также принять участие в этих мероприятиях с краткими выступлениями по вопросам реализации программы «Народного IPO». Совместно с акционерным обществом «Самрук-Казна» и «Казпочта» организовать широкое освещение процесса сбора заявок в местных средствах массовой информации. Провести разъяснительные мероприятия в малых городах, районах и сельских округах о программе и процедуре сбора заявок на акции акционерного общества «Кастрансойл». Министерство культуры и информации просим оказать содействие в широком освещении процесса сбора заявок на приобретение акций в средствах массовой информации, в активизации работы по выходу в эфир государственных телерадиоканалов, роликов о программе, публикации в газетах и журналах модули об IPO.
Бұл сәтті қолданып, сөз соңында халықтық IPO жобасының артықшылықтарына қысқаша тоқталып өткім келеді. Біріншіден, бұл бағдарламаның арқасында отандастарымыз бен зейнетақы қорлары алдыңғы қатарлы компанияларды иеленеді. Экономика дамуына үлес қосады. Қор нарығы дамиды. Экономикалық секторды басқару сапасы жақсарады. Екіншіден, халықтық IPO аясында ұсынылған компаниялар тұрақты, оларға өндірістік инфрақұрылымдық стратегиялық маңызы бар активтер жатады. Үшіншіден, халықтық IPO тиімді, халықтың акционерлік дивиденд түрінде табыс табуға мүмкіншілік береді. Сонымен қатар акцияларын сатуға ол инвесторлық құқылы болады. Жобаға қатысу қиын емес, тек брокерлік компаниямен шарт бекіту керек. Шартты тікелей брокерге барып, немесе Қазпошта, болмаса Қазақстан халық банкі бөлімшелерінде жасауға болады. Қазір халық тарапынан қызығушылық мол, ал Самұрық-Қазына өз кезегінде жобаны тиімді атқаруға мүдделі.